Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас в нашей компании происходит такая классная штука, как ребрендинг. В связи с этим ребрендингом появилась задача создать новый логотип. Поэтому, дорогие друзья, предприниматели, маркетологи, владельцы рекламных агентств, дизайнеры, свободные креативщики, я прошу вас, создайте нашей компании новый шикарный логотип. Победителя конкурса мы щедро наградим. Мы оплатим ему обучение на самой крутой и дорогостоящей программе по маркетингу, которая есть сегодня в нашей стране. Начнется она 24 августа, стоит 180 тысяч рублей. Если побороться за 180 тысяч рублей, получить свежие знания по маркетингу и поработать над амбициозной задачей дает вам достаточную мотивацию, то внимательно слушайте задание и скорее приступайте к выполнению. Задание. Сделать логотип. Вкратце о компании, которой вы делаете логотип. Мы занимаемся организацией событий, бизнес-событий с нашими спикерами-практиками. К нам обращаются различные региональные организаторы для того, чтобы привести крутого спикера и сделать классное событие. Кроме того, что мы даем по шикарным ценам лучших спикеров-практиков нашей страны, мы делаем под ключ три вещи, которые не делает никто. Первое. Мы привлекаем организаторам дополнительные деньги из государственного бюджета. У нас есть возможность государственного софинансирования событий. Вторая вещь. Мы делаем бесплатно под ключ всю рекламную кампанию. Делаем сайт, рекламную кампанию и даже сажаем менеджеров по продажам, которые способны переводить заявки в деньги. И третье, мы снабжаем организатора не только спикером, но и материалом, видеоматериалом на целый месяц, с помощью которого организатор может собирать следующее событие или взаимодействовать с аудиторией для каких-то других своих целей и задач. Приглашаешь спикера на день, получаешь спикера фактически на месяц. Итак, для того, чтобы упаковать это новое предложение, у нас есть два варианта с названиями. Первое название – синяя граната. Синяя, потому что это цвет образования. Граната, потому что это тот эффект, который заказчик получит, заказывая спикера именно у нас. Граната в хорошем смысле. Второе название – это аббревиатура ED, английские буквы E и D. Переводится эта аббревиатура как «experientia docet», что с латыни означает «опыт учит». Отличное название для нашей компании, потому что все спикеры, с которыми мы работаем, это действующие практики, либо успешные предприниматели, либо выдающиеся топ-менеджеры крупных компаний. Поэтому «опыт учит», «experientia docet» – это шикарная подводка к аббревиатуре ED, да и похоже на education. Что нужно сделать, чтобы вам принять участие в конкурсе и получить от нас награду? Первое, вам необходимо нам помочь и определиться с выбором названия. Что вам больше нравится, синяя граната или ED Company? Второе, вам необходимо на понравившееся название разработать логотип. Третье, до 27 июля приложить этот логотип в комментариях к данному видео, ВКонтакте или Фейсбуке, где бы вы ни смотрели. 28 июля мы подведем итог, выберем самый классный логотип и наградим победителя оплатой обучения на самой крутой, дорогой и передовой программе по маркетингу, которая сегодня существует. Что ж, друзья мои, я жду ваших логотипов. Постите их скорее под данным видео. Успехов вам! Спасибо вам большое! А главное, у нас сейчас есть классная команда. Нету в команде только одного персонажа, которого зовут дизайнер. Поэтому, если вы сделаете классный логотип, вы еще бонусом наверняка будете от нас получать огромное количество заказов за деньги. Что ж, на этой радостной ноте жду от вас варианты логотипа. До встречи, дорогие друзья!